Добрый вечер, здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы встретили меня такими горячими, а самое главное, дружными аплодисментами. Большое вам спасибо. Сегодня у вас состоится встреча с ленинградским рок-ансамблем «Савояры». Эта старая ленинградская группа существует с 1967 года. Но несмотря на то, что мы играем в стиле рок, в нашей программе вы не услышите ни одной песни, которую до этого могли слышать по радио, телевидению и другим электронагревательным приборам. Сказать по правде, я преклоняюсь перед вами, преклоняюсь перед вашим самоотверженным поступком. Я бы вот в такую погоду не пошел бы на концерт даже такого всемирно известного джаз-рок-ансамбля, как «Самоцветы». А сейчас у меня к вам есть небольшая просьба. Перед тем, как на сцену выйдут мои друзья, постарайтесь встретить их так, чтобы они надолго запомнили сегодняшний концерт и им показалось, что вы их очень любите. Я приглашаю на сцену ленинградский рок-ансамбль «Савояры». Дорога в тумане, дорога в пыли, дорога тревожна, молчит, но не для нас. Кочевники мы, мы дети дорожной пыли. Для нас стук колес, и старый обоз, для них мы судьбой рождены, и будем в пыли в пространство идти. Но будем дороге верны. И будем в пыли.